преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нижегородские полицейские презентовали праздничную акцию, в которой участвуют все регионы России. К сожалению, участников войны остаются единицы, и поэтому они максимум внимания должны оказывать им на местах, подвергнуть большой заботе. Ну и обратить внимание не только на оставшихся участников, но и теперь уже на детей войны. Они тоже, так сказать, стояли у станков, работали на тракторах вместе с женщинами, матерями, сестрами. На специально организованной видеоконференции с представителями других региональных МВД нижегородские стражи порядка представили специальные видеоролики. Стихи о Великой Отечественной войне читают два поколения – фронтовики и юные нижегородцы. Где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят, в полный рост над окопом переднего края поднялся победитель солдат. Также нижегородские полицейские годовщины Великой Победы установят около 15 мемориальных досок, посвященных ветеранам и тружникам тыла, которые работали во время войны и после в органах внутренних дел.